Мишка, отстань, отстань от меня. Он сразу две игрушки занял. На одну лег, да? Хитрая морда. Приобрести какой-нибудь абонемент, не знаю, на полгода, на год. Все провожаем папу. Папочка даже игрушку принес. О, какая радость. Дедушка, ты бери игрушку. Камень раздора. Давайте за вас. Так, сядь. У них важное дело, папа. А? Скажи, папа. Иди сюда. Дедушка уходит. Бросай все. Все, побежал. А, он его слушает. Конечно. А у нас, прощание. Гуманитарное. Да-да-да-да. Ну ладно, уголечки. Сладкие мои. Будьте хороши. Вот, я скоро буду. Проводили папу. Теперь они тут играют. Утро, ничего, так темно. Что такое? Погода такая хорошая. Наверное. Ты все съел уже, да? Ну, ты скорость. Так, я сходила, значит, во Вкусвилл, купила творог, кефир. Хочу попробовать такие отруби ржаные, бородинские. И взяла еще вот у них лимонные пряники на пробу. В прошлый раз брала мятные, мне понравились. Так, надо кофеечек подогреть. Вот, а сегодня мне надо будет поехать в центр по делам. И я заеду к своей подруге. Она живет как раз недалеко от места, где я работаю. И мы договорились, что мы сходим с ней в спортзал, в который она сейчас ходит, и она мне даст билет, ну, типа как гостевой. Вот. Так что сходим сегодня в зальчик. Там есть сауна, парная. Единственное, что жалко, что нет бассейна. Я люблю спортзалы, где есть бассейн. У нас вообще... Я давно хотела ходить именно в какой-нибудь спортклуб, но у нас на райончике вообще ничего нету. Ну, туда, конечно, ехать в центр достаточно далеко. Ну, просто будет интересно посмотреть. Понравится, не понравится. Но это вообще очень классное место. Недавно они открылись. Где? Ляпку дай мне. Ляпоньку. Не леслись. Ляпоньку. Ой, молодец какой. Светечка, молодечек мой. Хватит тебя за морду. Ой, ушко-то надо поправить, Павленька. Что это за корочка? Вот это что за корочка? Такие шляпки. Мамка, когда ты нас помоешь уже? А? Не знаю, бусинки. Мне вообще уже пора собираться на выход. Но вы тут так славно лежите. Они тут так классно сейчас играли, бегали. Я это выложу в отдельное видео. Это достойно просто отдельного видео. У них была такая борьба. Борьба. Все, Тавочка вырубился. Он так устал бегать. Я так устал. Посмотрите на мой носик. На мой шикарный прикус. Где мой мальчик? Вот так. Ой, отстаньте. Нельзя лапку схватить твою? Знаете, что больше всего Тафочке не нравится? Когда я делаю вот так вот. Выщипываю. Вот так, знаете, когда они линяют... И их не вычешешь, у них начинает, у них начинает вот так вот шерсть торчать. И я думаю,
у всех, у кого есть собаки шерстяные, любят вот так вот сделать слегка так пик. Ну, нет, в смысле, тут вообще, где там пучок? Где пучок твой? Где маленький пучок? Она обычно не лезет. Она такая страшная, такая, отстань, отстань от меня. Морда моя, господи, ну это же чудо. А вы, товарищ Сэдди, что скажете? Да, посмотри, что тут уже сделали с обезьяной. О! Софи, ты так лежал прекрасно. Все? Срочно понадобилась игрушка? Да отдохни ты, солнце мое. Лежал, грыз белку, понимаете, не давал Сэдди. Сэдди там ныл, скулил, гавкал. Я в итоге Сэдди дала обезьяну. Все, Таффи бросил белку, она ему не нужна уже. И тут у них началась мышиная возня. Да? Хитрый Таффонька. Все должно быть только у Таффи. Да, я про тебя рассказываю. Не прикидывайся, тут не видно овечкой. Да, только так тут цедьку строит. Игрушки не даем, ничего не даем. Если что, еще можем это кусить, да? Да, вкусняшку я рассказывала, когда у них тут была история. Я их разнимала. Да? Получаешь от Таффоньки? Она видела. Такой душечка, такой милашечка. Да с этим, господи, сейчас проткну, чтобы они не пищали. Так, ладно, надо мне уже собираться, выходить. На спорт. Спортивная мамка. Может, идем, а позанимаешься спортом, там, не знаю. Нет. Так, и вообще мне надо повесить мой провод. Пока руки не доходят, сделать как-то по-нормальному, по-человечески, поэтому пока на скотч. Заходи, выходи. Что, у тебя скотч нужен? Это скотч. Вообще, это специальный скотч для окон. Все, Таффи, смотри, Сэдди освободил игрушку. Иди, играй в нее, смотри. Да. Удивительное создание, просто удивительное. Вы посмотрите! Он сразу две игрушки занял. На одну лег, да? Хитрая морда. И со второй играет. Ой, божечки. Как таким можно быть хитрым? Да ты что, хитрее, чем Таффонька? Кстати, расскажите, кто уже убрал елки? Напишите, пожалуйста, потому что я планирую скоро убрать. Не лень. Так, ну что, уже вечер, я пришла с тренировки, и, если честно, я даже задумалась, может быть, мне все-таки приобрести какой-нибудь абонемент, не знаю, на полгода, на год, ну, в общем, хочу посмотреть какие-нибудь спортзалы. Я сначала подумала, что, может быть, я даже там приобрету, но меня смущает, что туда добираться достаточно далеко, то есть это мне надо до метро доехать, на метро, и, в общем, я на дорогу буду тратить, ну, туда-обратно, в общей сложности, ну, 2 часа это такой... Ну, максимум, наверное. Ну, и там нету бассейна. Ну, а так, там есть парная, сауна. Это я просто люблю все такие спа-процедуры после тренировки. Ну, такое не очень большое прям помещение, но мне понравилось. Все чистенько, красиво. Конечно, хочется бассейн. Так что я, наверное, завтра посмотрю. Может быть, где-нибудь у меня недалеко есть, чтобы, знаете, ну, не тратить, в общем, кучу времени, да, на дорогу. Все-таки у меня скоро совсем вот-вот день рождения. И хочется какой-то себе подарок с пользой преподнести. Тот фитнес-клуб, который я ходила месяц, который находится практически в моем доме, мне он нравился. Но я так посчитала, что если покупать, ну, грубо говоря, на год считать, то выходит, я вам скажу, очень небюджетно. Это с расчетом на то, что ходить... Ну, типа 8 занятий в месяц. Так что займусь этим вопросом. То всем спасибо большое за просмотр. И увидимся с вами совсем скоро. Мальчики тоже уже заняли позиции Храповицкого.
еще, не знаю, минут 15 назад они лежали опять вместе. А потом Тавочка ушел. Ну как можно так сладко лежать? Ну посмотрите.